I think it was just about 2 years ago. We had come to a place, I guess, part of it we owe. To a show on the telly we had seen both her. Вообще идея сегодняшнего мероприятия «Вачи» у нас Кирилл сказал, что мы в какой-то момент поняли, что у нас уже 158 человек отключилось. И мы поняли, что надо как-то всех собрать под Новый год, обменяться какими-то анализами, да? Как мы сверили часы, да? Вот. На самом деле мы, да, вот такой формат хотим попробовать, чтобы... Мы встречались, общались, чтобы не забывали друг друга, чтобы могли похвастаться своими проектами, у кого есть чем похвастаться. О, родные, я занимался финансами, вот после всего этого я занимаюсь выставками. Мы познакомились на нашем обучении с художником Настей, и я делаю выставки для нее. Когда я защищалась в Армении, написала диплом по программе лояльности «Музей Гараж». Мы запустили эту программу. Программу лояльности Армении. Можно об этом подумать. Я, к сожалению, не защитила диплом, о чем очень тяжелее. Так, сейчас открыла галерею на Красной выставке. Мы сегодня, да. И мы сейчас открываем большую программу «Мост» с правительством Якутии. Я художник. Мне очень пригодились курсы, мне все очень нравилось. Мне сейчас все очень нравится. Я много рисую, и сегодня об этом расскажет мой менеджер Никита. Спасибо. Пришла я сюда, уже имея некоторый бэкграунд. Работала с фотографией, делала выставки. Когда я пришла сюда, для меня, можно сказать, открылось новое окно. Я наконец-то начала ходить на выставки современного искусства и как-то их интерпретировать. Merry Christmas, Mr. Moffat. Thanks again for the stormy sky. Merry Christmas, hope you'll have it. Maybe next year we'll come by. Мы сейчас как раз обсуждали очень полезно на маркетинге получается. Не просто полезно, а супер полезно. Маркетинговая часть и пиар, я точно думаю, именно здесь. Я экономика, поэтому пиар и маркетинг у меня очень помогли. Чем я занимаюсь сейчас, я менеджер молодого художника, ему всего 9 лет, но несмотря на это, юного, совсем юного. Он продается хорошо. Ну, не жалуемся, пожрать какая-то. Да, у него было несколько индивидуальных выставок, сейчас мы будем делать театры и перформансы с его картинами, снимаем фильмы про него. Занимаюсь я, как сказал Никита, всякой фигней. Да. То есть это инвестиции, недвижимость и так далее. Кому это интересно? Недвижимость. Вот. А сейчас я закончу вот буквально РМАИ и займусь настоящим делом. Когда? Когда? 8 февраля у нас запуск проекта.